যদি হরি শরণে সরসম্মন যদি বিলাস কলাসু কৌতূহলম মধুর কমলোকান্ত বদাবলিম শুনু তদা জয় দেব সরস্বতীম শুনু তদা জয় দেব সরস্বতীম যদি হরি শরণে সরসম্মন যদি বিলাস কলাসু কৌতূহলম মধুর কমলোকান্ত পদাবলিম শুনু তদা জয় দেব সরস্বতীম শুনু তদা জয় দেব সরস্বতীম গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রী শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত Гурджи Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что наша апракрита Вани Сева, она, это наилучшее служение нашей Гуруваги. Мы не должны гордиться ничем. В нашем сердце не должно быть ни капли гордости. И это главное на пути Хари Бхаджана. Это отсутствие всякой гордости. Гаудия Гоштипати, Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, что наша Вани Сева, наша трансцендентная Вани Сева, это наша наилучший способ сделать так, чтобы наша Гурвага была довольна нами. Мы служим нашим Сарасвати Гаудия Гурваги через Вани Сева. Без Тринадапи Бхавы нет никакой возможности, что я смогу предложить Пушпанджали богине знания Вишну Приидеве без подлинного смирения. Это практически невозможно, что я смогу предложить Пушпанджали трансцендентным лотосным стопам Вишну Приидеве. Это невозможно. Сегодня день явления трансцендентной апракрита Сарасвати. Это ему узнали об этом от Сидда Махатмы, Шри Джаганандас Бабаджи Махараджа. И вот мы узнали от него, иначе для нас было невозможно понять. И вот мы знаем, что сегодня материалисты, они поклоняются материальной Сарасвати. И вот сегодня те, кто материалисты, они поклоняются материальной Сарасвати. Сегодня день Васанта Панчами. Очень важный день. День явления Рагунандана, Ачари Вамшиватананда, Прабху, и также день явления Вишнупри Сарасвати. И вот сегодня день ее явления, вот согласно Веданта Сутре, мы знаем, что Шакти не отлична от своего обладателя, от Шактимана. Нет никакой разницы между Шактиманом и Шакти Татвой. Шактиман и Шакти Татва не отличны друг от друга. Согласно Ачинтья Беда Татве, майявади, они не готовы принять это. Они думают, что если мы согласимся, что есть некая другая татва, кроме как эта Адвайян Татва, то тогда мы нарушим наш Адвайта Пад. Но они забывают сутру. И вот они забывают, что из Веданта Сутры мы уже знаем, что Шакти Матурабьет, то есть Шакти, она не отлична от своего
обладателя. И вот согласно различным аватарам, Шакти также является с этим аватарой, как Курма, Вараха, Нрисимха, Рама. Все бесчисленные аватары. И с каждой аватары, согласно ее лилам, согласно лилам и деяниям Шакти, оно также является, и хотя изначально Шакти Татва она одна едина, изначально Шакти Татва она одна едина, это Сваруп Шакти Радхарани. Но все же, как различные аватары исходят из Верховного Господа. И вот различные шакти, они тоже изначально исходят из Радхарани. И вот это в Радха Катакшам Стотри, там это описывается. И вот все эти вышеперечисленные, они все исходят из одного единого источника, из Радхарани, все шакти. Как различные аватары, как Курма, Вараха и другие. И также вся Шакти Татва, она исходит из изначальной Татвы Радхарани, а не аватары Радхарани, можно сказать. Я начал с той шлоки, чтобы дать вам впечатление о том, что говорит Джайдев Госвами, как Джайдев Госвами он посвятил себя лотосным стопам Апракрита Сарасвати. Всегда и везде он делает все для удовлетворения Верховного Господа с помощью Апракрита Сарасвати Вани Сева, с помощью трансцендентной Вани Сева. Во всем мире все люди, они поклоняются материальной Сарасвати. Сегодня бесчисленное количество людей можно видеть, они поклоняются Сарасвати, материальной Сарасвати. Но их настроение, ну, отлично. Но наше настроение, оно уникальное, оно совершенно другое. Через Харинам Санкиртан, через Апракрита Харикатху, через Апракрита Киртан, мы хотим сделать так, чтобы Санкиртан Пита Парадпаракхилеша Махапрабху, он был полностью доволен нами. Это наша единственная цель, но материалисты, они надеются получить много чего, почему они поклоняются Сарасвати, поскольку они ожидают что-то обрести от Сарасвати. Все различные философы, писатели, кто нет. Все они пытаются поклоняться Сарасвати. Шрила Прабхупад говорит, даже
Даже вот в Индии, даже проститутки, они поклоняются Сарасвати, чтобы получить искусство очаровывать людей, чтобы воровать у них деньги. И вот Шрила Прабхупад говорит, что даже проститутки Сарасвати поклоняются, всякие артисты и прочие вот с этой категории. Они пытаются обрести какое-то искусство, какое-то благо. Благо из этих материальных знаний они хотят получить. И вот я много раз говорил, те, кто поклоняются Нрисимхадеву, они предлагают параману и какие-то пожертвования Нрисимхадеву. Если вы спросите, с каким настроением они предлагают, почему, расскажешь, что там с налогами проблема, там еще с чем-то, там еще с чем-то. И вот мы поклоняемся Нрисимхе из-за этого. Но это значит то, что они всем сердцем не поклоняются Нрисимхе, а только просят исполнить те или иные указания. Это неправильное поклонение. То есть Нрисимха, он не должен быть нашим слугой, чтобы делал то, что мы ему скажем. И вот даже в жизни преданных, если не все, то практически 90% преданных, они поклоняются Нрисимхе так, чтобы занять его в служении себе. Севья значит, кому мы можем служить и сделать так, чтобы он был доволен. Севья васту. Но мы хотим... Но мы не поклоняемся Господу ради Его блага, просто просим Его что-то сделать для нас, и это не настоящее поклонение. И так и обычные люди, они поклоняются Сарасвати, чтобы что-то получить. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет так много вещей. Но никто практически не обсуждает то, что он сказал. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит. Все наши, все поклонение, все, что мы делаем, это подобно такому торговле. Мы хотим что-то взамен получить, и в итоге все пытаются занять Сарасвати Деви ради какого-то своего блага. И вот в итоге это душта Сарасвати. Душта значит ну какая-то плохая Сарасвати. Не настоящая, скажем так. Все материальное образование, оно это все дает нам Майя. Майя, она хочет показать свою силу. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, все материальное образование, это вайбав, это проявление Майи. И это она создает препятствия на пути нашего Харибаджана. Кто-то хочет научиться красиво танцевать или говорить или еще что-то, но это может запросто стать препятствием на пути нашего бхаджана. Мы должны спросить, почему, зачем мы хотим изучить то или это. А все, что мы делаем, это все должно быть, должно делаться для удовлетворения Верховного Господа. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что все материальное образование в итоге сделает вас подобным ослу. Как осел никогда не хочет быть свободным. Он даже себя чувствует неудобно, если на нем нет какого-то груза.
И ослы, они любят, когда на них грузят как можно больше груза. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура сравнивает таких людей, которые стремятся к каким-то материальным знаниям, с ослами. И это также может стать препятствием на пути нашего Харибаджана и будет мешать нам. И это не шутки. Чтобы сконцентрировать весь наш ум в процессе Харибаджана, а наш ум обычно стремится к различным вещам, а мы должны все это собрать вместе и направить на единую цель. И это не так просто. Сказать это вроде просто, а на практике сделать гораздо сложнее. И вот Гуру Шакти Вишну Прия Деви. И Гуру Шакти Лакшми Прия Деви. Я же сказал, когда различные аватары исходят, они приходят благодаря, они приходят с определенной шакти, которая подходит к конкретной лиле. Как Курмадев, он пришел с особой шакти, мать аватара также, Вараха, также Вараха Лакшми, он пришел по определенной причине, с определенной целью. И вот если мы изучим все, то увидим, что все писания, они дают свидетельство, все аватары приходят к нам, чтобы совершить какую-то лилу. И у всех особая причина. И также мы можем обнаружить, что шакти, она имеет какую-то особую цель. Вараха Лакшми, Лакшми Нарисимха, с Рамачандрой Сита Деви приходит. И вот согласно лиле, все это происходит, чтобы помочь Верховному Господу. И все эти шакти, они на Вайкунте также существуют в каждой в своем департаменте. И так же, как Бхагаван, вместе с Бхагаваном Шри Кришной, Радхарани снисходит не только Радхарани, Лалита, Вишакха и остальные из Брахма Самхиты. Я уже много раз говорил, как различные шакти, они делают все для удовлетворения Верховного Господа на Галоке Вриндаване. Я об этой шлоке много раз уже говорил. Они всегда пытаются удовлетворить Господа. Они знают 64 вида искусств. Обычные люди могут овладеть каким-то одним или двумя видами искусства. Вот эти шакти Кришны, они все 64 искусства знают. Как мы, например, рождаемся в этом мире, когда мы родились, что мы принесли с собой, разве у нас было что-то, нет. И когда вы оставите это тело сегодня или завтра, то что останется с вами? Даже это тело — это не наше тело. Мы заняли его у Майи по желанию Кришны на какое-то время, и нам нужно будет его вернуть назад. Много раз я говорил, что духовная душа внутри нашего сердца, у нее нет связи с этим материальным миром. Когда мы
освободимся от телесной концепции, то мы почувствуем некую необычайную легкость. Но это не так сложно, как какие-то материальные мысли все же овладевают нами. Мы не можем предложить все Гурудеву. Как борцы за свободу, они отдают все ради своей Родины, но мы не можем этого сделать, к сожалению. Мы не можем посвятить нашу жизнь, богатство и все, что у нас есть ради Господа. Но и в этом разница. И поэтому мы не обретаем благо в соответствии с нашими надеждами. И вот, когда Гауранга Махапрабху пришел сюда, после Кришна-лилы, Двапара-юги, Кришна каждую Двапара-югу не приходит. И вот особо в это Двапара-юга она прошла, и в 27-я Чатур-юга прошла, и вот Кришна пришел, и после этого Гауранга пришел. И после этого Кришна думал, я так много лил совершаю. И вот Бхагаван, он совершает такую великолепную лилу с надеждой, что обусловленная душа получит какое-то вдохновение и какую-то силу и сможет следовать дальше, и с этим настроением Кришна совершает различные лилы. И когда я обсуждал Дживататву, я говорил об этом. И вот Бхагаван И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, я совершаю так много лил, но обычные люди не могут понять, они приватно понимают. И поэтому Бхагаван решил явиться в форме Гауранги Махапрабху. И с Гаурангой Вишнупри и Лакшмипри они явились первые. И вот три вечных шакти, они вместе с Господом, это Шри, Нила и Бу. Бу шакти, Шри шакти и Нила шакти. Или Лила шакти, как хотите. И вот различные шакти, мы не можем их пересчитать, бесчисленное количество шакти. Если мы попытаемся пересчитать, то это невозможно, поскольку джива — это тоже шакти татва, их бесчисленное число, как их посчитать. Аватаров количество тоже мы не можем посчитать, их тоже очень много. И вот вначале мы должны понять Бу-шакти, Шри-шакти, Нила-шакти или Лила-шакти. И вот Шри-шакти значит Лакшми. Все это исходит из Вайкунтхи. Лакшми-прия-деви, Шри-шакти и Бу-шакти. Это земля. This earth, Bhu Prithvi Ma, Prithvi Mata. Actually, Bhu Shakti it is. Это Bhu Shakti. And Nila Shakti or Lila Shakti, as you say. Nila Shakti или Lila Shakti. Она является в форме дамы. Она проявляет свое влияние, чтобы Господь мог являть лилы в том месте, так им образом она помогает все различные виды шакти, они насыщают главную лилу, и вот Гауранга Махапрабху. Вначале всего он
являет свои лилы с Лакшми, Лакшми при. И в итоге Гуранга Махапрабху проявляет великолепное настроение Рагануга Баджана, Рупануга Баджана. И вот чтобы проявить этот Рагануга и Рупануга Баджан, Гуранга Махапрабху явился. Но в начале всего, когда Лакшми Приядеви и Гуранга Махапрабху, они являли Лакшми Нарайана Лилу, наш Шрила Прабхупад говорит, что они являли Лакшми Нарайана Лилу, как на Вайкунтхе, ничего иного, как на Вайкунтхе Гора Нарайана и Лакшми Приядеви являли свои лилы. И тем временем, когда Вишну Приядеви она выросла постепенно, до того момента, когда Лакшми Прияна ушла из этого мира. И Шрила Прабхупад сказал это подходящее время, поскольку сейчас Гуранга Махапрабху, он явит другую лилу, та причина, по которой Гуранга явился здесь. И естественно, Лакшми Приядеви, она ушла из этого мира. Материалисты говорят, из-за укуса змеи она ушла. Но наша Гурвага объясняет, что нет, это не так, это неправильное представление. Это подобно вирахаянтре. Этот укус змеи, это не просто, это... Когда Нимай Пандит ушел в Бангладеш, в Пурва-Бангла, чтобы являть различные виды лил, как пандит, и все, что делает Бхагаван, это наилучшее. Когда Бхагаван являет свою лилу ученость, она наилучшая. И когда Бхагаван являет грихастха лилу, это тоже наилучшая лила. И когда Бхагаван являет бхакта лилу, она тоже лучшая. И, или когда он являет саньяса лилу, это тоже наилучший пример перед нами. Его пример, он непобедим и несравнен, непревзойден. Нет ничего, что было бы равным и тем более превосходящего. И тем более превосходящим. И вот в то время Гуранга Махапрабху совершал свои лилы. Лакшми Приядеви, она не смогла потерпеть боль разлуки. И наша Гурвага, она дала такую сиданту, что боль разлуки. То есть эта разлука в форме змеи явилась и убила ее. Но мы не можем надеяться, что материальная змея придет и укусит Лакшми Приядеви Шакти Верховного Господа. Это невозможно, это просто такая лила, чтобы обдурить обычных людей из-за их глупых представлений. И второй раз. Шачидеви опять организовала свадьбу своего сына, поскольку в то время Джаганнат Мишра уже оставил этот мир, не было никого. Вишварупа уже также принял саньясу и ушел. И вот Шачимата, она организовала свадьбу своего сына опять, поскольку это просто такая лила. И вот Шачимата организовала все, и это очень хорошо, что Лакшми
И вот эта Вишнуприя, она росла. Она была дочерью Санатан Мишры, он из династии Раджпандитов. Эти пандиты работали при царском дворе Бенгала. Санатан Мишра. И вот он был очень знаменит. И Санатан Мишра думал, что же делать. Вот у него была дочь, и сначала этот сын впоследствии родился. И вот сначала Вишнуприя родилась, и рана так росла постепенно. И Санатан Мишра смотрел какие-то необычные признаки у нее. И в течение короткого времени эта девочка запомнила все шастры. Она была сведуща во всех шастрах. Почему нет? Она Сарасвати, и из Сарасвати все знание исходит. И поэтому, что удивительного тут, все знание, все образование исходит из Сарасвати. Она трансцендентная Сарасвати, это естественно. И вот каждый день с матерью эта маленькая девочка три раза в день она принимала омовение в Ганге. А сейчас времени мало, мы заняты, даже один раз не можем омовение в Ганге принять. Все люди приходят издалека, чтобы принять омовение в Ганге. И вот каждый день три раза Вишнуприя Деви, она вместе с матерью ходила и принимала омовение в Ганге, и тем временем она смотрела на Гурангу, поскольку у них есть вечная связь, и Гуранга также. Он понял, что это моя шакти, но Вишнуприя, она явила лилу стыда, поскольку в те времена это было это так, что женщины не могли смотреть на мужчину. Сейчас все это сломалось, никто не следует этим. И вот на санскрите есть такая поговорка, что матаджи словом авала называются те, кто не могут говорить. Одно из имен на нари женщин авала, то есть та, кто не может говорить, а сейчас наоборот, что женщины кричат, орут, говорят, не стесняются ничего. И вот эта шачимата очень часто. И вот ее особенность была в том, я опять вернусь к этой татве. И вот когда эта девочка, она видела Шачи, она шла к ней, кланялась, брала пыль с ее стоп, и они обнимались. Никто не знает почему, но другие пожилые женщины приходили принять омовение, но она кланялась и касалась лотосных стоп только Шачима. Она благословляла ее также. И вот с тех пор эта Шачимата думала, что мой Нимай очень сейчас мал. И я думаю, эта девочка, она как раз подходит к нему, она примерно такого же возраста. И вот Шачима, она пыталась подружиться с с ее родителями, и так. И вот Вишнуприя Деви, она вышла замуж за Гурангу, а он, соответственно, за Вишнуприю. И есть особая причина, почему Вишнуприя, она начала совершать такую лилу. И вот Вишнуприя Деви, Джахнава Такурани и Сита Такурани, они все ачарьи, Радхарани также ачарьи, Лалита Вишакха, они также ачарьи.
Но мы не понимаем подлинное значение слова «ачарья» Адвайта Гасайона, Адвайта Ачарья, Нитинанда, Авадхут Ачарья Гададхар, он также Ачарья. И в этом смысле я должен сказать нечто особое, что кто-то спросил Шрилу Бхактивинода Тхакура, что Божественная Чита Лакшми Деви и Гуранга. И у Рагануга Баджан Марги и у Арчан Марги, когда кто-то спрашивает, какова процедура, как мы должны думать, что Шакти, какова особая специальность. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, в Арчан Марги, на пути Арчаны, Марг значит путь, и вот на пути Арчаны Гуру Вишнуприя очень благоприятно, а на пути Баджана, на пути Раса Баджана мы должны поклоняться Гуру Гададхаре. Гуру Гададхаре, мы должны помнить это. На пути Арчаны это хорошо, что мы можем поклоняться Вишнуприе и Гуранге, Лакшми Нарайане, как Шрила Прабхупад говорит, а Гуру Гададхар, Гуру Шакти Гададхар, у них особая особенность относительно Раса Баджана. И вот мы можем понять, почему Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж устанавливал Гуру Виграху. И вот согласно процедуре установки божеств, те, кто очень умны, те, кто татва-виды, они могут понять настроение того махаджана, который устанавливает те или иные божества. Почему он делает так или иначе? Рада Гопинатх, Гуру Гададхар, Лакшми Нарисимха, Джаганнатх и прочие, мы должны понять. И таким образом Шрила Бхактивинода Тхакура дал ответ. И Шрила Прабхупад, он поясняет, что очень часто эти сахаджи создают проблемы с Гуру Вишнуприя Лилой. Они очень глупы, что хотят постоянно доказать, что Гуру Вишнуприя значит Кришна и Радхарани. Они всегда хотят доказать это. Шрила Прабхупад, как лев, он протестует против этого. Шрила Прабхупад говорит, это невозможно. Лакшми Нарайана, они находятся на Вайкунтхе, здесь подобную лилу являют, и нет, сам Бог лила. Но как Кришна являет лилу с Радхарани, но все Сакхи Манджари, даже Кришна, когда женится, сколько жен у Кришны? И вот с ними Кришна являет свою лилу как грихастха, и не как Лакшми Нарайана, как Гуру Вишнуприя, они подобны к Кришне с 16 тысячами 108 женами. А сколько? If you know the number of teachers, those who are engaged in giving, imparting or giving education to those Jodhavamsi boys, в династии Яду очень много этих всех этих родственников Кришны, буквально бесчисленное число, и с Кришны Рукмини Прадюмна родился, потом Сатьябхама, от Сатьябхамы тоже кто-то там родился. Джамбавати и прочие жены Кришны. Но здесь, в этой лиле,
в гору Вишну, при лиле. Эта лила, она уникальна. И в этой лиле, это самбук лила, мы не можем найти никаких детей, ничего там. И сахаджи, они объясняют неправильно. Только Вишну Прия Деви. Она приняла Вамшивад Ананду Прабу. И Рагунандан Ачарья, день его явления также сегодня. И вот она приняла этого, ребенка, усыновила буквально, но как? Своего собственного сына. Вамшивад Ананда Прабу. Он находился с Шачи и Лакшми при и Вишну при Деви с самого начала, и он был как сын Вишну при Деви, и все время он служил на пути. И вот он как сын служил Вишну при Деви, а Ишан такого служил Вишну при как отец, не как слуга, а как отец. Если мы подумаем, что севак тоже хорошо, но на английском слово сервант, слуга, как-то неуважительно. Севак и как бы это уважительное такое служение, а в английском какое-то слово прислуга неуважительно. И как в наш Вайшнава даршане мы используем философские термины, но здесь сложно их применять. Как слово према, бхава, как это все перевести? На английском нет таких слов, вот даже похожих, но как-то пытаемся как-то объяснить. И вот Ишан такого служит Вишну при как пожилой отец, и Вамшивад Анандан Прабу, он служит Вишну при как сын все время. И так или иначе, смотрите, тех сахаджи во время Джулан-ятры, они и вот эти сахаджи хотят поместить Гурангу и Вишну при вместе, такую лилу создать. Но это полностью неправильно. И это оскорбительно. Шрила Прабхупада говорит такое представление. Это оскорбительно, поскольку Гор Вишна Прия особый лилу имеет, а Рада Говинда лила, она тоже имеет свою особенность. И те, кто пытаются доказать, что Вишну при и Гуранга Махапрабху, они подобные Рада Говинде, они совершают оскорбление лотосным стопам Гура Лилы и Рада Говинда Лилы. Шрила Прабхупад говорит об этом, поскольку они нарушают особенности Рада Говинда Лилы и также особенности Гура Вишну при Лилы они также нарушают. И кто-то, какие-то сахаджи говорят, что есть это неправильное представление, идет о среди этих сахаджи. Они говорят, что наш Вакрешвар Пандит, он говорит так, то, что Вишна Прия Деви, она не отлична от Радхарани. И Шрила Бхактивинода Тхакура отвечает, и Шрила Прабхупад очень сильно, строго отвечает. Шрила Прабхупад говорит, смотрите, даже какие-то преданные просят Шрила Прабхупаду, я могу показать вам
Шрила Прабхупад, о Прабхупад, мы думаем, что наш Гурудев Радхарани, а Шрила Прабхупад очень жестко говорит, да. Если вы если мы возвысимся выше нас, следующий уровень, на более возвышенный уровень, то мы увидим, что Гурудев не отличен от Радхарани, но мы не можем говорить, что Гурудев может являть какие-то лилы с Кришной. Шрила Прабхупад говорит, что да, если наш даршан очень высок, то тогда мы видим, что Гурудев он не отличен от Радхарани, и на пути Рупануга и Рагануга Баджана Гурудев исходит из Радхарани, он его аватара. И вот Шрила Прабхупад говорит, Хладини Шакти. Пытайтесь понять эту Сиддханту Хладини Шакти. Вместе с Самвит Шакти. Хладини Шакти с Самвит Шакти. Это Сварп Шакти. Хладини Шакти вместе с Самвит Шакти. Что еще? Это Сварупшакти. Сварупшакти значит Радхарани. Но из-за этой причины мы не можем сказать, что Вишну приравна Радхарани. Есть одна особенность, как Кришнадас Кавирадж Госвами говорит. Говорит такие слова, и хотя Вишнуприя Деви, согласно подсчетам, Радхарани является в этой форме, но по этой причине мы не можем все нарушить. И вот Шрила Прабхупад говорит, лучше, если мы скажем, что Вишнуприя Деви — это слуга Радхарани. И Вишнуприя Деви, она делает все для удовлетворения Радхарани, когда она служит ей. Не только это, но также Вишнуприя Деви, она приходит, чтобы проявить Випраламбха Бхава в Гурабаджане. Как Намачарья Харидас Такура. И вот там говорится, Вишнуприя Деви, она также Гура Намачарья, Вишнуприя на Ачарья, святого имени я могу сказать об этом. И Го, она также Ачарья, она действует как Ачарья и проявляет, помогает прославить Гуранга Лилу. Она прославляет эту Випраламбха Бхаву, когда Гуранга Махапрабху оставляет Навадвип Даму, будьте уверены, они также в Раджавасе, Шачимата и все эти жители Навадвип Даму, у них тоже есть особая бхава, они, а те, кто просто едят, живут здесь, едят рыбу, мясо, это не подданные в Раджавасе. Шрила Прабхупад говорит, и вот каков признак в Раджавасе. В Раджавасе значит, те, кто оставили все правила и предписания, и они прыгнули в океан служения Кришне, оставили все, даже собственное тело, они оставили все ради служения Кришне. И в этом главный признак в Раджавасе. В Раджавасе они не заинтересованы в том, что кто-то критикует или хвалит их. В Раджавасе готовы отдать свою жизнь, душу, все, что у них есть, все они хотят отдать Верховному Господу ради
полного удовлетворения Верховного Господа и готовы на все Шридам, Судам, Васудам. Лалита Вишака и Тунгавидья и все остальные, их настроение в том, что они готовы оставить все. Они не думают ни о каких правилах, предписаниях, о том, что люди будут критиковать их. Они готовы оставить все. Их жизнь посвящена уникальному служению тому Верховному Господу. На пути Рагамарга, не обычного мага, именно Рагамарга какие-то преданные, они тоже, можно видеть, что они посвящены лотосным стопам Нараяны, но они не в Раджавасе, они какие-нибудь Вайкунтхавасе или еще кто-нибудь, но в Раджавасе имеют одну особенность. Они любят Кришну всем сердцем, в Шри Чайтанья Чаритамрите Гурудев, он часто цитировал эту шлоку на Бенгале, чтобы дать нам понять, Гурупад Падма очень часто говорил. У Кришны есть естественная любовь, влечение к Враджаваси, а те Враджаваси, у них также естественная любовь, естественное влечение к Кришне. И на Бенгале мы говорим такие слова. Враджаваси, у них естественная склонность, естественное влечение к Бхагавану. Они готовы ради Кришны хоть в огонь прыгнуть. И я могу пример привести, времени мало, но все же пытаюсь рассказать. Однажды Бхагаван Шри Кришна, он явил лилу болезни. Никаких лекарств не было, ничего не помогало, но Кришна сказал, ты можешь взять пыль с лотосных стоп преданных. И тогда это поможет тебе, но никто не мог помочь. Все говорили, никто не мог дать пыль со своих лотосных стоп. И в итоге Нарада отправился во Вриндаван, попросил в Раджа-гопи, можете ли вы вот так и так, Кришна чувствует такую головную боль, можете ли вы дать все пыль с ваших лотосных стоп, я пойду, приложу это к голове Кришне, Кришне легче станет. Они спросили, сколько надо, и все эти гопи, они давали пыль со своих лотосных стоп, и в этом их настроение, что они ради Кришны, хоть вода готовы попасть. И таким образом Кришна показал великолепие в Раджаваси у народа, смотри. Они готовы даже в ад отправиться ради меня, им все равно. И вот таким образом Гуранга Махапрабху также, когда он был в Гае, когда он был в Гае, предлагал пинду ради своего отца, и там Махапрабху также почувствовал какую-то лихорадку, и он попросил одного преданного пойти и в качестве лекарства принять воду мыши стопы брахмана. Но где же такого брахмана найти? И это есть Бхагаван. Он являет такую лилу, как вот он омыл с лотосной стопы Судама Випра и выпил эту воду. И это только Бхагаван может сделать. И Шрила Прабхупад говорит, те, кто неправильно, имеют неправильное представление о Гуру Вишнупри и о Даговинда Лиле, они совершают оскорбление, поскольку Гуру Вишнупри Лила, она подобна Лакшми Нараяна Лиле, нет вопросов, никаких детей. Это не сам Бог Лила, а именно другая Лила. И вот Вриндаван Дас Такур он предостерегает нас, и все сакаджи, они спорят с Вриндаван Дас Такуром в
то время была сложная ситуация. Вриндавана Дас Тхакур написал такую Сиддханту, что все очень гневались. Но что делать? Сиддханта — это Сиддханта. Вриндавана Дас Тхакур написал, что сахаджи хотели доказать, что гуру на горе. На горе, значит... В общем, сахаджи какая-то. И вот эта Нагари Бава, она... Ее нет в читании Чаритамриты, читании Бхагавата, ее вообще нет. И эта идея, она была полностью отвергнута Вриндавана Дас Тхакуром и Кришнадасом Кавираджем. Они никогда ничего подобного не позволяли. И вот Вриндавана Дас Тхакур говорит в этой аватаре «Парат Паракхилеша Гауранга, кто есть в своем Рупа Бхагаван». Если вы не понимаете татву, это очень сложно. Гауранга, он в своем Рупа Бхагаван. Кришна, он также в своем Рупа Бхагаван, и Гауранга также в своем Рупа Бхагаван. Понимаете? Эти два аватара, они из Галоки. Гауранга своего Бхагаван и Кришна, он также своим Руб Бхагаван, своим Руб. Значит, я имею в виду все изначальный источник всех аватар, это Гура, Кришна, они оба своим Руб Бхагаван. И вот сахаджи, они пытаются, можно в Навадвипу посмотреть, все глупые сахаджи, во время Джулан Ятра они Гуру Вишну Прию помещают на эту Джулан. Шрила Прабхупада говорит, нет, это нехорошо, не совершают. Это оскорбление Вриндавана Дас Тхакур говорит во всей Горы Лили с самого начала до самого конца Лилы. Гуранга Махапрабху никогда не показывал этого настроения. И он никогда не шутил с женщинами, не общался с ними. Даже из примера с Вишну При я могу особый пример привести, чтобы вы не путались. Даже с Вишну При, да что какие множество ограничений было в их отношениях, поскольку достаточно давно я опубликовал книгу на Бенгале. И вот Гуру Шакти, Вишну Приядеви, вся татва там, и все сахаджи, они будут наказаны, если эта книга, она будет опубликована. И вот там я вынужден написать был особенность Гура Вишну Прия Лилы и о Ман Бхаджан Лила, и там тоже запутано было. Ego, man. Man is just sweet, you know, ego coming inside. Like I cannot talk with you, I cannot see your face. This kind of bhava was also expressed by Vishubhya Devi, but surely this is not equal to the mood expressed by Radharani, not same. Но опять же, это не то же самое, что было в случае с Радхарани. Это полностью отличное во время Рады Говинда Лилы. Это было по-другому. И здесь, с самого начала, всей Лилы не было никогда сам Бог Лилы. То есть не было Лилы наслаждения. Просто они жили как Лакшминарайны отдельно. И до того момента, как Гауранга Махапрабху принял саньясу, они близко не общались. Я хочу много чего рассказать, но времени мало. Каждый год мы должны говорить об этой особой теме. И вот смотрите,
Вишнуприя Деви и Гуранга Махапрабху не совершали такую навадвип лилу, как Лакшми Нарайна и Гуранга Махапрабху. Он также совершал эту лилу и после этого, когда они пришли из Гаи, Гуранга Махапрабху, он явил особую лилу. И вот он совершал санкиртан даже ночью вместе с Шивас Пандитом. Это зовется санкиртан расы. И Шивас Пандитом, Шивас Сангане, он совершал там санкиртан раз всю ночь, он не спал. И день за днем Господь, он являл лилу отречения от грехастха лилы. Сачимата очень была обеспокоена настроением Гуранги, и иногда Махапрабху плакал, поскольку Махапрабху, он начал санкиртан ягью сначала, и после санкиртан яги Махапрабху постепенно явил Випралам Прабаву. И та причина, по которой, почему многие были опечалены, поскольку все преданные, они были опечалены, видя эту лилу. А те студенты, эти ученики, они тоже начали уходить, поскольку Махапрабху сказал, что я не могу вас больше учить, поскольку без Кришны я не могу ничего сказать. Когда Махапрабху изучал Вьякарун, и в итоге Махапрабху все время объяснял о дату, корень и суффикс. Когда мы объясняем что-то, Махапрабху всегда Кришну находил там. То есть он во всем находил Кришну, а эти ученики думали: учитель, что вам и случилось? Раньше вы прекрасно преподавали грамматику, а сейчас что случилось с вами? И Махапрабху в итоге сказал: я не могу вас больше учить грамматике, для меня это невозможно. И тогда Махапрабху начал другую лилу являть санкиртана яги. Всю ночь Махапрабху совершал санкиртан раз. И после этого Махапрабху опять начал совершать лилу разлуки. Иногда он плакал. Все преданные, они тоже были опечалены. Шачимата, она еще более опечалена. Шачимата плакала и целовала Нимай и спрашивала: «О, мой мальчик, что случилось с тобой?» А ничего было ему ответить, и день за днем Нимай являл такую лилу разлуки однажды перед Шивасом и других преданных. Все наши, и вот они говорили: мой ум буквально сошел с ума. Но что вы думаете насчет этого? Шивана сказала: «О, Прабху, та причина, по которой вы пришли в этот материальный мир, сейчас это время. Сейчас это правильное время, в которое вы пришли». И Махапрабху говорит: «Если вы неправильно говорите, то я пойду утоплюсь в Ганге». И вот постепенно Махапрабху, он решил принять саньясу, но перед этим я хочу рассказать о какой-то лиле. С Вишнуприи много лил происходило, и еще я расскажу об одной, когда Гуранга Махапрабху говорил с Вишнуприи о чем-то, Шачимата очень гневалась, поскольку Махапрабху обычно даже минуту времени не имел, чтобы говорить с кем-то, но так постепенно Махапрабху посвятил время санкиртане и прочему, и вот он говорит преданным: «О, преданные, я могу явить лилу в Чандрашикара Ачарья Бхавани, это сейчас Читани Мат». И вот там
И вот раньше это был Чандрасекарачарья Бхавана, сейчас стал Чайтанья Матха. И там Гуранга Махапрабху говорит, мы будем являть там драму, я также буду танцевать в форме Лакшми Рукмини. И вот все, и вот Махапрабху объявил, что те, кто не имеют способность контролировать свои органы чувства, не допущены. И Адвайта Гасай и Шивас Прабху Пандит, они сказали, что мы не можем посещать твою драму. Но Махапрабху засмеялся. Если вы не можете контролировать свои органы чувства, кто еще? Я благословляю вас. Никто из вас не почувствует никакого вожделения. И вот все они пришли смотреть, и Шачидеви также пришла, Вишнуприя обычно никуда не ходила. Иногда она ходила в дом отца и возвращалась, и особенно, когда эта драма, и вот Вишнуприя она спросила, о Прабху, какую роль ты будешь играть? Я Махапрабху сказала, не могу ничего сказать сейчас. Ты должна определить. Я буду являть свою драму, а ты определи, в какую роль я играю. И Вишнуприя засмеялась. О Прабху, каждый может опознать тебя, ты выше всех. Хорошо, если я попробую, сможете определить. И вот вечером эта драма началась. И эта лила Махапрабху доказал вот эту шлоку. In the form of Lakshmi, going to prove that all, you know, everything Bhagavan, father, mother, religion, who, everything. И вот он в этой драме показал, что Бхагаван все и вся для нас. Он отец, он наша мать, он лучший друг, он защитник, он покровитель, он все для нас. И потом после этого Махапрабху принял решение принять саньясу. И Нитянанда, он узнал об этом, без Нитянанды Махапрабху не принимал никаких решений. И вот Махапрабху сказал, все, что я делаю, ты играешь мною. И вот Нитянанда вместе с Нитянандой, с Харидас Такуром, со всеми Махапрабху обсуждал Гададхара Пандитам. Шивас Пандит Махапрабху взял всех и попросил, позвольте мне принять саньясу. И преданные сказали, не надо, все ж помрут, если ты примешь саньясу. И есть особый киртан. И вот есть книга киртанов, там множество прекрасных киртанов, и там можно найти киртан, то ли Васу Гош написал, то или еще кто-то. В Нилачал Даме. И вот эти Навадипа Враджаваси, они также Враджаваси, они также живут в Враджа. Враджа, значит, Вра плюс Джа. Если мы разделим это, то это Враджа. Вра значит Брама, Джа значит Джанма. То место, где Парабрама Парапракхилешвар, он явился, это называется Враджей. Тот Бхагаван, из которого исходит все. Гуранга, он не аватар. Гуранга, он аватари, он источник всех аватаров. Гуранга, он аватари.
и Кришна также аватари. Не аватар, а именно аватари. Аватар значит, аватар тот, кто снисходит, а аватари тот, из кого исходят все аватары. И вот Гуранга принял решение, когда принять саньясу, то он никому не говорил, но все как-то узнали об этом. И Шачимата, когда узнала, она чуть не померла. Она сказала, что твой старший брат уже принял саньясу, ты обещал мне, что останешься за него, и отец твой умер. И вот Вишнуприя-деви, она ушла в дом отца. И вот она ушла, и там, когда они услышали, то и все были опечалены, как это все узнать. И в итоге, когда Гуранга Махапрабху ушел в последний день, то этот Сидар, как я вам, продавец бананов, он овощей, не только бананов, и вот он пришел к Махапрабху, принес ему тыкву. Махапрабху сказал, что все уже закончилось, но надо сейчас приготовить что-то с молоком. И на Бенгале в общем, блюдо какое-то из этих. Из овощей, масла, этого топленого масла и молока. И вот. И вот Гуранга Махапрабху подумал, что сегодня это последний день, и вот сегодня я уйду и приму саньясу Шачимата. Она не знала, что он сегодня именно уходит. Она как бы знала, что он уходит, но когда конкретно, не знала. И вот Махапрабху, он вел себя так, что со своим прекрасным поведением он очаровал всех. Как будто он будет жить, решил остаться жить семейной жизнью. И в общем, так он ушел. И когда Махапрабху, он, но ночью, в том месте, где Махапрабху обсуждал шастры на берегу Ганги, вы помните то место, где Махапрабху встретился с Дигвиджай Пандитом? И вот Махапрабху принес ему поклоны. Я думаю, что вы не май, да? Все думают, говорят, что вы великий пандит. Нет, я глупец. Я ничего не знаю. Я не могу объяснить, объяснить грамматику студентами в том месте, в то время. Махапрабху ушел со всеми преданными, сидел на берегу Ганги, и Махапрабху с великим вдохновением смотрел на Гангу, поскольку Ганга, Махапрабху, его лилы всегда проходили рядом и вместе с Гангой. И вот Махапрабху посмотрел на нее последний раз, все преданные, они плакали. И Махапрабху не мог утешить их, поскольку
Махапрабху, он из сердца и душа всех в Раджавасе. Но Махапрабху сказал: я приму саньясу, но я обещаю, что я не оставлю вас. И в то время Махапрабху вот принял прасад, и Вишнуприя предложила Чандан, она массировала стопы Махапрабху, и Махапрабху был очень осторожен. В тот день он дал ей возможность служить своим лотосным стопам, но Махапрабху, он уходил каждую ночь совершать санкиртану, и Вишнуприя, она беспокоилась, что не имеет возможности служить ему, и однажды Вишнуприя очень разгневалась, что сегодня Прабху придет, а ему даже дверь не откроет. И вот Махапрабху пришел, постучал, он позвал Вишнуприю, никто не открыл. И Махапрабху понял, он Бхагаван, он понял, что сейчас Вишнуприя, она очень опечалилась, она не может ответить. И вот в итоге он сказал, что если не откроешь, что я уйду. И Вишнуприя, она испугалась, открыла двери. Махапрабху пришел, но она не стала с ним говорить. И это зовется Манбаджан Лила. И вот Махапрабху попросил Вишнуприю, а та ничего не ответила, и в итоге Махапрабху, он знал, как сделать так, чтобы Вишнуприя была довольна. Когда Махапрабху он родился, то он явил такую лилу, что когда те в Раджавасе они не совершали санкиртан, то Махапрабху плакал. А когда они начинали совершать санкиртан, то Махапрабху он останавливался. И вот я перевожу книгу Нимай, там очень прекрасная лила описывается, которая одобрена Шрила Прабхупадой. И вот Нимай с самого начала, когда кто-то совершал сангиртан, он прекращал плакать. И вот Махапрабху такое же настроение здесь применил. Когда Махапрабху о Вишнуприи не говорила с ним, то Махапрабху пришел с караталами и начал совершать санкиртан, Хари Кришна Махамантру петь. Очень прекрасный киртан, и Вишнуприя начала смеяться. И вот таким образом, это в другой день, и в день, когда Махапрабху вернулся из Ганги, то Махапрабху, когда ушел спать, то Махапрабху дал особую возможность Вишнуприи служить лотосным стопам Махапрабху. У Вишнуприи не было такой возможности, и вот оно мастило его тело чанданом, предложило Малу Нарайны, и после этого она начала шутить. Он начал шутить с Вишнуприи, и потом Махапрабху он уснул. Вишнуприя также уснула, но обычно Вишнуприя каждый день просыпалась до Махапрабху. Такое правило. Но в то время, благодаря влиянию Майи, она очень крепко спала. Она не могла проснуться, и вот Прабху
он проснулся, открыл дверь и ушел, и оставил дверь открытой, и вот Махапрабху ушел, он пошел на Наридуя гад, Наридуя буквально бессердечный, значит, это значение этого места. Это то место, где Махапрабху, он там лодочника какого-то взял, чтобы переплыть, и отправился в Катву. И там был вместе с ним Нитянанда, какие-то спутники. И вот они отправились в Катву, приняли омовение в Ганге. И то место, где Махапрабху обрели голову, обрели волосы. Его имя Мадху. Это Брадабричик. И вот он долго очень брил Махапрабху. Он только взял бритву и опять выпало на у них из рук, начал плакать, что такие красивые волосы. Кришна, Гуранги Махапрабху, очень прекрасные волосы, даже этот Брадабри, он все никак не решался сбрить. Он только брал эту бритву и опять ронял и плакал. И это в Катве такое место под деревом. И в итоге этот Брадабри, он сбрил его волосы, значит, и также плакал. Махапрабху опять пошел, принял омовение в Ганге и принял саньяс от Кешава Бхарати. И Прабху, он дал эту мантру и взял ее назад от него. И вот Кеша Бхарати, Шри Кришна Чайтанья, это имя. Махапрабху, он сам предложил. Я ко мне во сне пришло это имя, проверь, подходит ли оно. И тот проверил, да, подходит, так что давай. И вот это имя он получил, Шри Кришна Чайтанья, и после этого, после принятия саньясы, Махапрабху как сумасшедший начал танцевать и петь. Он побежал в сторону Вриндавана и начал и говорить, произнеся одну шлоку. И вот Махапрабху говорит, я принял саньясу, а внутреннее значение саньясы — это посвятить свою жизнь лотосным стопам Кришны. И вот сегодня я принял саньясу, и все оковы спали с меня, и я могу продолжать свое дело дальше. И перед этим однажды Вишнуприя, она плакала. Махапрабху говорил о какой-то Вишну-татве, даже Шачимати. Твое имя Вишнуприя, не забывай, твоя жизнь должна быть посвящена Вишну. И почему ты плачешь? Ты должна жить в соответствии с значением твоего имени. И Шачимати, он говорил, кто отец, кто мать, кто сын, ты плачешь. Ты не видишь, мой старший сын, старший брат ушел, отец ушел, и все же ты так привязана ко всему. И Махапрабху принял саньясу. И И он принял обет саньясы, это посвятить всю жизнь Бхагавану. И Махапрабху
отправился во Вриндаван, и Нитянанда шел за ним, поскольку Махапрабху 3 дня ничего не делал, а просто в экстатическом чувстве бежал по направлению к Вриндавану. И вот саньяс мантры мы находим. И вот во время саньяса вот такая мантра дается из Бхагаватам. И после этого Нитянанда Махапрабху, он пошел, он сказал этим пастухам, пастушкам, пастухи, если Махапрабху спросит, где Вриндаван, скажите здесь. Махапрабху, он в экстатическом чувстве, не будет смотреть, сверяться. И вот Махапрабху мимо проходил, спросил, о, пастухи, где же Вриндаван? Они сказали, вот там, по указанию Нитянанды. И вот так он пошел и пришел, вернулся опять к Ганге. И вот он достиг берега Ганги, и Махапрабху обнаружил, что это Адвайта Гасай здесь. Ты здесь уже во Вриндаване. Адвайта Гасай, он был на берегу Ганги, и как ты знаешь, откуда узнал, что я во Вриндаване? И Адвайта Гасай улыбнулся и сказал, о, Прабху, где ты находишься, там есть, там есть Вриндаван. Я очень удачлив, что ты очутился в Шантипуре на берегу Ганги. И Махапрабху говорит, это Нитянанда, он обманул меня, и вот поэтому я очутился здесь. И Махапрабху, он Нитянанда сказал, о, Махапрабху, ты последние 3 дня не пил ни капли воды, поешь. И вот прими новую одежду. Махапрабху пожертвовал новую одежду Адвайта Гасая. И тот взял, привел к себе домой его в Шантипур. И Махапрабху, он Адвайта Гасая отправил, он послал Нитянанду, о, иди и приведи Шачи. По крайней мере, Махапрабху может уйти, и она хотя бы увидит, что он принял саньясу. И вот позвали всех жителей, и Нитянанда, как сумасшедший, побежал, чтобы сказать Шачи. Увидел, что Шачи, она уже неделю ничего не ест, все беспокоится. Начиная с того дня, как он ушел, и Вишну Прия также. И когда Нитянанда рассказал, о, мать, я пришел к тебе, чтобы с тобой поехать в Навадвипу, поскольку там твой Нимай, он принял саньясу, если ты хочешь увидеть его, то пойдем, но я очень голоден, если накормишь меня, тогда очень хорошо будет. И вот она предложила все, приготовила, предложила шилограмму, накормила Нитянанду. И вот ну вот и все увидели Махапрабху, кроме Вишнупри. Все были позволены пойти и встретиться с Махапрабху, кроме Вишнупри. И вот смотрите на болезненную ситуацию. Вишнупри, она как... Она плачет и говорит, смотрите, даже животные и птицы могут увидеть лотосные стопы моего Господа, но я не могу видеть его, поскольку он принял саньясу. Смотрите, насколько это болезненная, плачевная ситуация. Если вы поймете, вы расплачетесь, даже земля может растрескаться. И Вриндавана Стакур, он описывает, что это настолько болезненная ситуация, что даже земля, она тоже форма Вишнупри, она расколется. И вот она плакала, и только все могут видеть Махапрабху, кроме меня.
И в итоге Сачимата, Малинимата, они поехали в Шантипур. И там Махапрабху совершал санкиртан ягью со всеми преданными, а Сачима готовила день и ночь. И после этого Махапрабху принял решение. И вот Махапрабху, он очень мягко сказал, нет такого правила, что после принятия саньясы я не могу жить с родственниками. И поэтому моя просьба всем вам, дайте наставление, что мне делать, вы не можете оставить меня. Я принял саньясу, и поэтому вы должны сделать так, чтобы вы жили, и я мог следовать принципам своей саньясы. Вот до саньясы нельзя возвращаться домой. И Махапрабху принял решение. Что же делать? Он спросил Адвайта Гасаю и других. Адвайта Гасаю попросил Сачи, о Сачи, ты, моя мать, пожалуйста, посоветуй, что же делать. И Сачима, плача, сказала, если не мой сможет, если не мой принял саньясу, я не могу попросить его вернуться назад домой, поскольку он принял саньясу, и не могу попросить его жить со всеми родственниками, поэтому я посоветую, что если Нимай, по крайней мере, в Пури будет жить в Нилачалакшетре, то все преданные, они туда-сюда ездят, я, по крайней мере, буду знать, что там с моим Нимаем, поскольку люди постоянно приходят и из Пури в Навадвипу, и наоборот, и то есть я хотя бы буду знать, как он там поживает. И вот Адвайта Гасай, они начали кричать «Джай Сачима, Джай Сачима», и вот все начали просить Прабу. «О, Прабу, это наша просьба Сачи, твоей матери, пожалуйста, находись в Пури». И вот Нимая поклонился Сачи и сказал, «О, мать, это тело, оно твое тело, я принял саньясу сейчас, что же делать?» И вот, когда Махапрабху отправился в Пури, то все преданные начали плакать безудержно. И даже Адвайта Гасай, Махапрабху сказал, «Ты, Адвайта Гасай, ты подобен моему отцу. Если ты так плачешь и падаешь без чувств, что будет со всеми остальными людьми? Они тоже помрут от переизбытка чувств. Это твоя обязанность, поэтому возвращайся». И вот Адвайта Гасай вернулся, пытался всех утешить. И вот Махапрабху ушел в Нилачалакшетру, но сахаджи, я хочу сказать, те сахаджи, они настолько глупы, что они пытаются доказать, что Вишнуприя, когда она отправилась в Гамбхиру, чтобы встретиться с саньяси Горангой, вот такие сахаджи, настолько глупы. Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Прабхупада, они очень злы, очень гневались на такие утверждения. Представления сахаджи очень грубы и оскорбительны. И вот после того, как Махапрабху начал совершать Нилачала Лилу, и Махапрабху, он вернулся в Навадвипу и направился по направлению к Вриндавану. И он также принял омовение в Ганге, и все узнали, что Махапрабху пришел в Навадвипу. Махапрабху домой не заходил, есть такое правило.
по отношению к саньяси, что всю оставшуюся жизнь саньяси, этот саньяси никогда не должен возвращаться в то место, где он родился. И вот саньяси не должен возвращаться в то место, где он родился. И после этого Махапрабху, когда вернулся здесь, но преданные с этой стороны реки, даже пожилые люди во Вриндаване, в Чайтанье Бхагавате описываются те, кто даже женщины, которые вот они даже беременные женщины буквально за день, за два до родов они принимают омовение в Ганге, и никто не помирает. Точнее, они через Гангу переплыли, чтобы видеть Махапрабху, и никто не помер. И вот Вишнуприяде были даны эти падаки, деревянные сандалии Махапрабху, и Махапрабху сказал: «О, Деви, слушай, когда тебе будет очень сложно, то вспомни меня рядом с тобой, и вот возьми эти деревянные сандалии и поклоняйся». И Вамшивадананда Такур, вроде он, ему дали служение ухаживать за Вишнуприи. И вот когда Вамшивадананда Прабху, когда он заботился о Вишнуприи, Сачимата, она перестала есть, и сколько она могла жить без еды, хотя она трансцендентна, но все же. Мы видим, что Сачима может оставить свое тело. И вот после того, как Махапрабху принял саньясу и ушел, Сачимата, она чувствовала себя хуже и хуже. И вот после этого что случилось, смотрите, Вишнуприя Деви, она не выходила из комнаты. И вот эта Вишнуприя, она постилась, и у нее был такой обет, что на каждый повторенный круг она брала рисинку, откладывала ее, и вот так в течение дня, сколько она повторила святых имен, столько риса было, и потом она только его готовила, ела. И вот эта Вишнуприя Деви стала Гаура Нама Ачари. Такая
ситуация разлуки, которая была с ней, она практически не... Она очень болезненно и очень сложно потерпеть. И вот потом Махапрабху пришел во сне, это Вишнупри и тому Вамшивата, тому преданному, который ухаживал за ним, ухаживал за ней. И вот он сказал, что вы должны пойти к тому дереву, под которым я родился, и с древесины, из чьей части древесины этого дерева сделать виграху, поклоняться ей, и тогда эта боль разлуки, она не станет, не будет столь тяжела. И вот Вишнуприя, она проснулась, и Вамшиватананда, он проснулся. И вот они начали друг другу рассказывать тот же самый сон, который они видели ночью. И вот они начали искать, кто же может сделать какую-то ветку спилили, и В общем, нашли одного плотника. Плотник сказал, никогда божеств никаких не делал, только вот мебель делаю, но мы ничего не знаем. Господь дал указание, давай бери и делай. И тот удивился, как я тут простую мебель делаю, как возможно. Но нет, Махапрабху сказал, что Господь дал задание, вот давай бери и делай. И потом начался праздник установки гора Виграхи. И вот в описании Шрилы Бхактивинода Тхакура он говорит, что Ганга в то время текла в другую сторону, по-другому, и в Матши Дадхагасвами Махараджа там можно найти это русло, пересохшее Ганги, оно там, Ганга текла в форме Аллокананды, где Харихар Кшетра Нарисимхапали протекало, но сейчас русло поменялось. В общем, поменялось все. Ganga was that side. So that side means it's on this side. But now when Ganga is going to change track this way, all become that side. Follow what I say. Bhaktivinoda Thakur, with full document, Bhaktivinoda Thakur, with map, geographical, historical, nobody can come. Bhaktivinoda Thakur, I write properly, exactly properly there. So anyway, и вот был большой праздник, и его брат Мадхав, имя брата Вишнуприи Мадхав, и его этот Мадхав в детстве получил благословение Гуранги.
So naturally, and you know, Vishnuja Devi also loved small brother. That now small brother is no small brother, now Madhav. So Madhav, he was giving, Madhav Acharya, he was giving responsibility to take charge of the seva of Gauranga. И вот его, ему дали обязанность в, за все служение этому, этому Мурти. И однажды, никто не знает, великая Санкиртана случилась после Арати, и вот Арати закончилась, началась Санкиртана, и Вишнуприя Деви, не спросив ничего, и вот никто не знает почему, но это Санкиртана проходила, и Вишнуприя, она забежала в алтарную, закрыла двери, и вот Санкиртана происходила несколько часов. И что случилось? В итоге дверь открыли и увидели, что Вишнуприи там нет. Она слилась с Виграхой Гора Шакти. И с Тота Гопинатхом также случилось. Махапрабху зашел, закрыл дверь и потом он вошел в тело Тота Гопинатхи. Когда ушел Гауранга Махапрабху, различные люди с различных точек зрения видели, кто-то видит, что Махапрабху побежал в сторону океана, кто-то видел, что он зашел в храм Джаганатха, вошел в Мурти Джаганатха, кто-то видел, что тот Агапинатха вошел, и вот согласно ситуации. И вот Махапрабху ушел из этого места, и Нитянанда Прабху тоже в Экачакре был. И таким образом Вишнуприя Деви ушла с этого материального мира. И перед тем, как уйти, Вишнуприя Деви, она пролила много милости на Шринивасачарью. И следующий год, когда мы будем обсуждать Вишнуприю Деви, мы с различных точек зрения будем обсуждать это. И мы не А Сахаджи, они совершают оскорбление в адрес Горы, Лилы, Кришна, Лилы и Вишнуприя Сарасвати. Мы должны помнить и не забывать. Если мы забудем, то не сможем достичь успеха в баджане. Шрила Прабхупад говорит, и те, кто не получит полную милость Вишнуприи Деви, то те, кто не получат полной милости Вишнуприи Деви, они никогда не смогут совершать Кришна Бхаджан должным образом. Даже они не могут выйти из этого представления о мужчине и женщине, то есть не могут измывать материалистических представлений. Не могут избавиться от этих представлений. Пока мы привязаны к материи, мы не можем совершать Кришна Бхаджан. Шрила Прабхупад говорит, до тех пор, пока мы не получим полную милость Вишнуприи Деви, мы никогда не избавимся от материалистической концепции. Чистые вайшнавы не видят мужчин и женщин, они видят душу, пребывающую в теле. Мы не должны наш баджан ставить в зависимости от нашего материального тела и ума. И те, кто хотят получить полную милость Вишнуприи Сарасвати, пока они не избавятся от материалистической
концепции жизни, они никогда не получат трансцендентную милость Сарасвати. Если Паравидья Сарасвати она благословит меня, то вся Сиддханта она станет возможна, все произойдет само собой. Сиддханта она явится в нас. Жади хари сарани сарасаммано жади билас каласу коутухалам мадур мадур камало канта падавалим Синутада джай дева сарасватим, синутада джай дева сарасватим, джади хари сарани сарасаммано джади, билас каласу каутухалам, мадхура камало канта падавалим, синутада джай дева сарасватим, синутада джай дева сарасватим. Гауру Шакти Вишну Пья Деви Ки Джай Хо Банча Калпа Дурваси Кваса. So today we will have to worship with heart, not with Пушпа. Пушпа you can go, you have money you can go, but you have to give your heart. Totally. To enter into Radha Krishna Bhajan without the kippa of Вишну Пья Деви, almost impossible. Simple this conception of man and woman. The body conception cannot go. I am man. I am here. This is my property. This conception cannot go. Always try to get, because in infinity pre-order, Jivatma cannot get this kind of chance. When we can find diamond and very, very costly diamond everywhere lying, then everybody will say, diamond we can get everywhere. So what cause it? This is our situation. When by the Bhansiya Prabhupada, when we can get all Siddhanta Vichar, like people going to ignore diamond and everything costly, you know, lying outside, is available, we can go to seaside, we can get pearl, mukta, you know, we can go to there, what use? This is the situation. After Guru Vaishnava go away from this world, if they are at all conscious, they can start crying. No consciousness, they're okay, very good.